Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, Зазеп. Сегодня поиграем в игру такую, как Скум. Я его буквально вчера увидел, скажем так. И вот, блин, игруха просто офигенная. Я от нее отдыщусь, поэтому давайте продолжим. Я тут буквально в два дома зашел, но игруха реально интересная. Так, мне тоже пишут. Да, Скум, да, записываю. Так, лучше вообще-то это дело выключить, чтобы чат не отвлекал. Невидимку поставлю. Невидимка. Отлично. Танки с хрена. Так. Посмотрим, что у нас тут в доме. Я так понимаю, лута тут не то чтобы много у нас постоянно, да? Шляпа. Мне эта шляпа нужна. Так. Лучше это уже надену. Обувь. Не знаю, у нас обувь есть, и пока хорошо. Это игра про реализм. Меня напрягает то, что здесь двери открыты, значит, здесь кто-то уже лутался до нас. Что это? Майка какая-то. Но она, я думаю, не такая незаметна, как эта оранжевая. Поэтому заменим. Что это? Кабинет with needle to repair clothes. Это, короче, швейный набор какой-то, да? Возьмем? Возьмем. Так, это что? Metal Scrap. Мы пока ничего не крафтим. И инвентарь у нас небольшой, поэтому... Опа, консерва, да? Что у нас, кстати, по здоровью? Так, нам бы вообще похавать, потому что я смотрю, у нас что-то... Бля. Select, other pick. Не. А как тебя скушать? Да не швыряйся ты едой, блин. Ты скушай ее. Как ей есть еду? А, во, понял. Выбираешь быстрый слот, и он ее ест. Все, похавали, нормально. Так, ну это игруха вообще типа как DayZ, поэтому здесь должны быть зомби. Что здесь у нас? Metal Scrap. Давайте. Да, давайте так. Ничего не нашли, да? Ладно. Где все зомби? Там уже все открыто. Короче, ясно.
Какая-то строительная хуйня тут лежит. Это гвозди. Нейл. Еще гвозди. Ясно, короче, тут залутали уже все. Мне тут делать, наверное, даже и нечего. Надо идти в какой-нибудь другой город. Например, на западе. Хотя можно еще сюда заглянуть. Если это мне не нужен. Кажется, если что, у меня есть что порвать на бинты. Здесь вообще ничего нету, да? И тут тоже, да? Бейсбольная шапка. Ну, синяя, я не знаю. Можно и так. Он хотя бы здесь не ломает ноги, там, как в армии. При каждом падении и... Так, я хотел туда выдвинуться. Ну, еще здесь заглянуть. Честь у нас есть. А, нифига нету. Подождите, а мы здесь были уже, наверное, да? Да, мы здесь были. Ну что, потопали отсюда тогда. Потому что это был самый ближайший город, который тут был возле меня. Ну, сейчас посмотрим. Что есть там, что нету. Штаны бы еще не такие оранжевые. Было вообще идеально. Так, он, походу, устал у нас, да? Че по твоему состоянию? 19, 12, 380 килокалорий. Так. А ты поесть не хочешь? Candles, Ingredient Week, Emblade, Vox, Another. Flammable, Solid. Я, короче, не понимаю, это... Ну, оно типа горит. Это что, это типа краска или что это? Блин, долго я буду идти в этот город? Конечно, блин, через гору тут чешу. Давай-ка я выкину эту фигню. Швейный набор, даже не знаю. Пластик. Короче, ножницы. Короче, если надо будет мне что, на бинты порвать. Обращаться к этой штуковине, да? А я только не понимаю, а как он тут одел так это? То есть, если я так поменяю... Слушай, а тебе не холодно, приятель? Ты стоишь так это, типа? Я что-то я вообще тут в гору высоко заполз. Как бы не соскользнуть. Не знаю, что он там искал в этом кусте. Может, какие-то веточки, не? А, не. Давайте посмотрим, что у нас по метаболизму. Но нам надо будет где-то найти еще похавать, потому что что-то он вообще... Жир тут даже есть. Ну, короче, лучше кушать здоровую пищу. Так, простите, что? Почему я не могу? Ну, все, теперь могу. А почему он бежать не может, кстати? А ясно, ему холодно, короче, надо это переодеться. Не месяц май.
И он почему-то отказывается бежать от меня. Ладно. Ну, мы почти пришли. Не знаю, может тут не лутано, может тут одежда есть. Может есть какое-то оружие. Слушай, ну ты можешь спрятать уже кулаки. На самом деле. Он может взять даже руки и ножницы. Вот даже их убрать обратно в инвентарь. Слушай, нет, давай ты не будешь как даунати. Как зачехлить оружие? Давай на ноле попробую. А, икс. Ну, так ты ложишься. Так, ладно, он убрал, по крайней мере, кулаки. Венцы. Так, это сервера. Метаболизм. Крафтинг. Так, и что мне вот даст, если я соберу камень? Ну, пока дикарем становиться я не намерен, на самом деле. Ну, хотя какой-нибудь камень в руку можно было бы взять, типа, для самообороны. Так, нет, инвентаря. Слушай, ты можешь взять камень? И убери ножницы, пожалуйста, обратно в слот. Ладно, все. Палку. Палку возьмешь. Камень с молстоуном. Короче. Ну, я думаю, это будет получше, если там. А во, я понял. Тут, короче, какой там. Ты на колесико мышки, короче. Можешь выкручивать, как он будет бежать, с какой скоростью. С каким темпом, то есть, я хотел сказать. То есть можно вообще замедлиться, а можно... Ой-ой. Нифига себе, я пришел. Ну, у меня типа... мастер по бегу, поэтому... Блин. Трогать вот вообще не кстати. Несколько роботов. Блин, ну там что-то может быть. I'm hungry, ну... Ну вот, пытаюсь добыть себе что-нибудь. Лягай. Prisoner, leave this area immediately. Target engaged. Так, он меня видит или не видит? Бать, он меня видит. Вопрос, как ты меня видишь? Так, не, надо сваливать отсюда, нафиг. Беги, блядь, дурной.
Ни хрена. Так, штаны. Эти штаны уже не такие оранжевые. Ну, вроде, мы уже не такие заметные. Так, куда пойдем? Давайте куда-нибудь. Подожди-ка. Ну, там что-то есть. Там что-то должно быть. И что здесь у нас? Слушай, я не понимаю, как тут города обозначаются. Я думал, вот эти красные точечки, это типа города. Ну тогда, ё-моё, а что здесь у нас тогда? Тут у нас ни хрена, но обозначено как какая-то деревушка или что? Почему так? Может, она выше? Может, она где-то вот за этой горочкой? Да? Да-да. А, мы слышим, как его сердце бьется. Слушайте, если мы так и дальше продолжим ничего не находить, то придется, короче, рвать большие города, но там, блин, там точно кто-то сидеть будет. Там, я думаю, даже зомбаки будут. Энерджи, типа. Что у нас там было? Cotton Shift. Ну, давай возьмем. Или тут так. Это хель вроде как должна быть потеплее. Так, еще ножницы. You did it. Что там было написано? А, не важно. А, блин, ты только там не пинай. Давай же, что-нибудь, такой-нибудь топор мне хотя бы дайте. Хотя бы топор. Ну, блин, ну, деревенский дом, по сути, да? Тут люди как-то жили, вот, дрова кололи. И что здесь, типа, нету ни топора, ни нихуя, да? Подожди. Тоже что-то было, видел, какая-то там деревяшка или что это было? Ай, хер с ним. А, это полено. Полено нам... Ну, жрачка. Давай-ка ее заточим. Что у нас? По метаболизму. Ну, вроде чуть подкрепились. У нас, помню, было 400 калорий. Сейчас их стало уже 600. Что у нас наверху? Ну, бочка, может, ее можно будет обыскать. Нифига. Слушай, ну что-то здесь с лутом, да, проблема. Проблема такая, знаете, не из приятных. Ну давайте туда вот двинем. Вы просто по дороге уже больше ничего нету. Energy. А что будет, когда Energy кончится? Energy. Может, здесь спать вообще надо? Ну, пульс что-то у него... Давление...
Это я не знаю, что это. Дыхание. 36,6. А же можно типа заболеть же еще, да? Энерджи. Я просто не знаю, что будет. Вот она 0, да? И что мне это дает? Вернее, что мне это отнимает? Ну, давай попробую разогнаться. Ну, не знаю, ничего не дает, наверное. Худ 69%. Это типа как я завешен, да? Ну худ. Я прокачивал тут типа стил. А, здесь типа можно даже. Вот я бегаю, да? У меня только стил survival. 7 day, 20 days. Боксинг 1 из 10 тысяч. Опа, подожди. Ягодки. Так. Я надеюсь, я не отравлюсь от этих ягодок. Фат 41%. То есть ты растолстел от пирога, что ли, или от ягод? Ну, я типа бегаю, сжигаю жиры. Кэрбс. Не знаю, что такое херкс, протеин, фат, активити. Это вода, жажда. Сто матч волн, 3%. О, еще без понятия. Ну вот скоро уже дойдем. Буквально вон за той дорогой. Вернее, следующей дорогой. I'm hungry. Да ты опять голоден? Слушай, ну я на тебя тут не напасусь. Если будешь так прожорливый. Такой прожорливый. Ну конечно, блин, здоровый такой. Жрать надо. Ой, блин, ты только это, не лагай так. Ну чё, почти пришли. Ну вот этот город надо досматривать, прям, я не знаю, кровь из носа. Я не знаю, что там насчет роботов. Слушай, а как посмотреть, есть какие-то обозначения? Потому что я не знаю, где есть милитари, где есть не милитари. Ну, судя по квадрату, там B1 с переходом на B2. Там... Тут аэропорт какой-то. Может, это тоже военная база какая-то. Опа. Это тюрьма, это jail. Is it fucking jail? Давай, хавай. Ну, немного подкрепился, да? Так, ну у нас нету ни оружия, ничего. Мы только можем кулаками биться. Но я думаю, даже если мы зомби встретим, нам лучше с ним с кулаками не махаться, потому что мы... Я брал, короче, милишника, что-то там, стрельбу. Ой, ёпта. Дядя. Я пошутил. Дядя, не бейте. Дядя, ты где там, дядя?
Ты встал. Давай дальше патрулируй. Беги, как никогда не бежал, Форест. Что за кудлатая хуйня за мной летит там? А ты что, только тут ходишь, да? Чисто. Ну ясно. Короче, как он пойдет туда, мы... Ты только это, дядя, в лес не ходи. Слушай, можно? Я же вроде блю выбирал. Почему он блюрит так? Почему он фокусируется на этом гребаном дереве? Мне все равно надо с той части этого леса заходить, потому что... А теперь он обратно идет. Так. Да, мне определенно стоит с той стороны забора заходить. Короче, как этот хуй пойдет налево. Сейчас я посмотрю траекторию движения. Просто добегу туда к этому оранжевому забору. Где-нибудь там попытаюсь проникнуть внутрь. Ну и пойду, собственно говоря, лутать. Фермет там всякая хоть дубинка, да точно найдется. Ран, Вася, ран. Все, мы внутри. Ну-ка посмотрим, что тут у нас. Ни хрена. Еще больше нет. Не еще больше нахрена. Что это? Витамины Pills Blaster. Что-то у нас такое. Еще одни джинсы.
Еще, подожди. Я там видел ломик где-то. Опа, иди к папочке. Ну, хотя бы мы уже можем попробовать дать пиздюлей какому-нибудь зомбаку. Так. Я же мы тебя осматривали, да? Тебе ничего не было. Че, идем дальше. Гулять по тюрьме. Опа. Че, это магазин? АК-47 магазин. Супер. А тут как в папке почаще на тап нажимать. Я имею в виду, конечно, что в папке все видно, но тут ты можешь просто что-то не заметить. Бутер. Бутерфат. Чил это такое. Ага. Короче, жрачка это. Не особо полезная, но... Ну и мы тут выживанием занимаемся, знаете. Тут вообще еда, это... Лань, слышу, что это? Ножик? Опа. Ну это прикольно. Ну, конечно, против лома нет приема, как говорится. Слышали таком? Давайте, я не знаю... Пик. Так, давай еще хомяч. Потому что я хочу ножик взять. Ты все еще не схомячил? Ебать она надолго, слушайте. I'm hungry. Так вот, я кушаю. Чё-то не кушаю. Ладно, ну, вроде типа покушал. А так, если... Давайте возьмем еще ножик быстрый слот на 3. О, слушайте, а ее можно долго так-то кушать. Давайте я швейный набор вытяну. Возьму, короче, эту жрачку. Потому что я посмотрю, что у нас еще по метаболизму. 667 калорий. Что-то он, блин, вроде ее хавает, а вроде и не хавает вообще. Так, инвентарь. Тут у нас пусто. Нужно какие-то ящики типа такого лутать. Слушай, как в The Walking Dead, короче, тюрьма очень похожа. Кто смотрел сериал там, тот меня поймет. Опа, что у нас там, кеды? Ясно. Короче, я не знаю, есть ли смысл осматривать каждую камеру. Не, ну, допустим, мы в одной там нашли магазин, да. Это, блин, это not bad, я считаю. Я не знаю, чем я тут обыскивать. Ясно. Короче, я камеры навряд ли буду сейчас осматривать. Я лучше... Блин, тут тоже камеры. Давайте пока первый этаж осмотрим. Вот тут вот, допустим.
Потом наверх сходим. Веревка. Или что это? А подождите, мы ж... Да, мы отсюда пришли. Давайте тогда... Ай, сходим наверх. Ну, я не знаю, но тут нихера нету в этих камерах, поэтому... Какой смысл? Ну, вот у вас что-нибудь есть тут. Даже обыскать нечего. Да, блин, откройся ты уже. Сим-сим. Маска. Да, мы модник. Чё у нас наверху? Угу, а тут уже что-то может быть. Что-то может быть. Ну, что-то пока ничего нету. Какие-то палеты лежат одни. Ну, слушайте, я думал, тут что-то есть вообще. Так-то. Ладно, возвращаемся. Нам надо, наверное, какой-нибудь другой... Блок, отсек идти, там, где, короче, охранники, походу, сидели. Вот там-то, я думаю, что-нибудь да должно быть. Вопрос только, где они тут сидели? Надо бы осмотреться получше. Так, тут еще один такой же комплекс, где сидели бедолаги. Так, подожди, здесь какая-то... Давайте... Сходим. Сходим, разведаем. Ну, пока что мы идем на выход с этих всех помещений. Нам надо будет отсюда двигать. Но эти роботы, блин, это, конечно же, прям подарок судьбы. На вышках надо смотреть, блин, на вышках. Что есть только один выход, да? Блять, я вот слышу его топот, но я из этого гребаного блюра понять не могу, где он тут. А вот он, вижу. Давайте пускай этот нехороший человек пройдет. Нехороший робот. Так, давай сюда. Потом на разворот. Не хотелось бы отгребсти от робота. Так, приятель, только не оборачивайся. Ладно. Ебать! Я не знаю, просто хватай и беги. Охуенно. У нас теперь появилось дофига мест под слоты. Давайте эту шапку заменим, эту выкинем. Нафиг. Так, а куда здесь руки экипировываются? Ага, понял, все. Gloves. Супер. Ну чё, вроде уже теперь мы не такие уж бомжи. Я не знаю, ну давайте плащевик оденем.
Да, определенно так будет лучше для нас всех. Ну что, более-менее. Опа, патроны. А что за калибр? М1 клип. Ну, короче, это походу 7,62, ну под этот, под 9-миллиметровый, 9 на 19, отлично. Так, еще одни ножницы мне. Подожди, а где мои ножницы? А мои ножницы я походу вытянул, да? Ну, судя по всему. Судя по всему. Ну слушайте, добротно тут, так я скажу. СВД магазин, давай. Опа! Ну все! Давайте, короче. М9. Давайте зарядим. Action Chamber. Но у нас этого нету. Нету, короче, магазина к нему. Угу, я понял. Все не так просто, как кажется, да? МП-5 магазин. Супер. Осталось найти МП-5. Ну, у нас пока есть, конечно же, ломик. А как известно, против лома нет приема. Да, давайте лучше такие перчи возьмем. А, ну чё, дальше осмотрим, что у нас тут. А то тут там какая-нибудь СВД в коробочке лежит, да? Окей. Давай, мы тебя тоже на хотспот. Даже вот так вот сделаем. Будешь у нас пистолет на 3 доставать. Угу, я понял. Я тебя понял. Так, ну камеры тут опять, наверное, в своем же репертуаре. Рассматривать их тут смысла нету. Да. Только, наверное, те комнаты. Может, у нас что-то бочки? Не, бочки ни хрена нету. Давайте на второй этаж сгоняем, тут посмотрим. Пульт управления. Телевизор, камеры, наверное, смотрели. Так, ну этот может прийти только отсюда. Чё, еще один магазин не надо. Опа, это может пригодиться. Дядя, не бейте. Чё это смол граната, короче. Давай ты у нас будешь на пятерочку. Вроде он съебался. Так, что у нас тут? Опа! Лопни мои глазоньки, кого я вижу? Это же АК-47, у меня есть все магазин. Где там мой магазин? МП-5? Я подожди, где-то... Вот он, АК-47 магазин. Нет, ты чё, дядя?
Ты можешь его сюда запихнуть? АК-47. АК-47 магазин. Ты можешь навесить его на винтовку хип? Экзамены. А, это типа разобрать, типа его можно или что? Я не понимаю, АК-47 магазин. Может, какая-то модификация магазина? 7,62 на 39. Может, типа ты куда-то под сумок вешаешься или что? Ладно, у нас все равно патронов нет, поэтому мы сейчас этим заниматься не будем. Вот найдем на 47-ю патронов, то тогда можно будет этим делом беспокоиться. Угу. Ну давай такую, у нас тут более зеленая местность, поэтому. Ни хрена нету. А тут? Ни хрена нету. Ну, камеры опять же в своем репертуаре, да, их осматривать даже смысла нет. Да. Надо валить. Подожди-ка, не, он вот тут вот появляется нехороший дяденька. Вот он уже шагает сюда. Так, он же тут вроде... Да, он тут не зайдет никак. Худ 19%. Что? У нас 19%. Худ. Я так понимаю, весь ценный лут, где опасные зоны? Опа, иди сюда. Так, он все взял вроде. Что это, лид? Надо как-нибудь замыкаться поаккуратней. Опа! Супер! 22-й калибр, 5 на 6 миллиметров. Тактикал джекет, у нас тоже тактикал джекет. Это вроде получше состояние. Слушай, а ее можно как-то там... Не, ее походу нельзя. Никак там. По мусоркам шарюсь. Вроде уже не такой бомж. Опа, гараж. Слушай, а вот похавать бы что-нибудь. 1200 килокалорий. Фат, ой-ёп, у нас жир тут уже 118%. Вода. А мы попить что-нибудь раздобыть, да? Ну, сейчас тут долутаем, сходим к какой-нибудь речушке. Ясно, так, короче, одежду чинить. Все, давайте один такой скотч возьмем, потому что вдруг там рюкзак, я не знаю, починить надо будет. Ничего нету. А здесь что у нас?
тоже нихера. И там нихера. Так, ты сюда идешь? Или отсюда? А, ну походу. Отсюда идет. Опа! Слушай, а мне тебя уже взять, наверное, даже некуда. Дорогой ты мой. Слушай, ну мы тебя можем вроде как в инвентарь положить, не? Не можем. Но у нас есть патроны к тебе. Давай-ка мы ломик, может, пока укомплектуем, возьмем тебя в руки. А у нас есть дробь. Ну-ка. Отлично, там никуда пихать его не надо. Сколько у тебя зарядов? 6 из 9, да? Подожди, а на калашников у нас что, 30 патронов? Чё-то понять не могу. А, нет, общая вместимость. Да, это общая вместимость. А чё у нас за планка? К чему? Adaptive for Dragon. Ну, это для СВДшки. Но СВДшки у нас пока нету, поэтому... Поэтому париться по этому поводу не приходится. Чё это у нас? Ну, короче, доска для этого. Нарезки. Ну такое. Не, мне моя кепка как-то больше симпатизирует. А где же я обыскивал? Обыскивал. Будем по порядочку обыскивать. Блин, нам вообще... А, хит. Хут это дегидрация, типа. Что это? Flight and Steel. Кусочек карбона, вещества, соединенные. Бля, херу. Подожди-ка, а это не для розжига огня ли? Да, это для розжига огня. Это этот кремень, типа, или как он там? Короче, армейская хуйня такой вот. Искру создает и... Короче, можешь огонь разжечь. Блин, мне по-хорошему что-нибудь... Так, залупа мне не нужна. Ой, ёпта. Слушай, а что будет, когда у меня дегидрация настанет? Ну, это явно ничего хорошего не будет, но... Просто, блин, мне сейчас как-то бежать за водой. Это... Да открывай ты дверь уже. Или она закрыта? Ай, хер на нее все равно там был. Так, что у нас там на верхнем уровне? Давайте сверху начнем. Опа. А как спрятать пушку? Он сам ее со временем прячет или что? А, здесь к управлению еще местному привыкать и привыкать. Х. Х нажми. Не? Блин, ну не хочу. А, это, блин, это перезапуск сервера, короче. Connected Lost. Ну окей. Думаю, для первой серии нам достаточно будет. Вот. С вами был Зазепа. Всего хорошего, удачи вам и пока.